Уважаемые саратовцы, если вы активные пользователи интернета, то это советы для вас. Общайтесь в интернете, имейте аккаунты в соцсетях, знакомые просят одолжить вам деньги. Никогда не переводите деньги на неизвестные счета. Убедитесь в том, что помощь нужна именно вашему другу. Вы хотите продать товар через интернет? Вам звонит покупатель и говорит, что готов купить товар сразу, и для этого просит реквизиты вашей банковской карты? Никогда и никому не сообщайте реквизиты карты и пароли подтверждений. Никогда не перечисляйте деньги на счета мобильных телефонов и на электронные кошельки. Вы получили сообщение, в котором есть ссылка на скачивание открытки, фотографии, музыки или программы? Не переходите по ссылкам. Вы, вероятнее всего, установите на устройство программу, нацеленную на хищение средств с вашего счета. Будьте внимательны и при общении по телефону. Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована? Или поступил звонок от сотрудника банка о незаконных операциях по вашему счету? Запомните, сотрудники банков никогда не спрашивают по телефону реквизиты банковских карт. Не сообщайте персональные данные и не совершайте никаких действий с карты по указанию третьих лиц. Будьте бдительны и осторожны. Не дайте мошенникам обмануть себя.